Хайлирте, с добрым утром, уважаемые янаульцы. Как всегда, по средам и пятницам вас приветствует муниципальное телевидение города Янаула. Уважаемые телезрители, мы продолжаем представлять кандидатов в депутаты. В Законодательную палату Государственного собрания Республики Башкортостан. Сегодня наша встреча с Валиуллиным Митхатом Мансуровичем. Послушайте, пожалуйста, его биографию. Родился 1 января 1952 года в деревне Арибашево Тадышлинского района. Башкир, образование высшее юридическое. В 1980 году окончил юридический факультет Башкирского государственного университета по специальности правоведения. Трудовую деятельность начал в 1969 году аппаратчиком, станочником Тадышлинского мехлесхоза, затем работал проварщиком Уфимского домостроительно-фанерного комбината, секретарем комитета ВЛКСМ мехколонное управление Башсельстрой. С 1976 по 1979 год был инструктором орготдела Уфимского райкома ВЛКСМ. Старшим инструктором оргмассовой работы, исполняющим обязанности секретаря исполкома Уфимского райсовета. В 1979 году переведен на работу в Президиум Верховного Совета Башкирской ССР, где до 1988 года занимал должности инструктора организационного отдела юрисконсульта и старшего юрисконсульта. В 1988 году назначен заместителем главного государственного арбитра Башкирской ССР, членом коллегии государственного арбитража Башкирской ССР, а в 1989 году утвержден заведующим отделом по вопросам законодательства и правопорядка секретариата Верховного Совета Башкирской ССР. После реорганизации аппарата Верховного Совета с 1991 года по настоящее время заведующий сектором по вопросам законности и правопорядка секретариата Верховного Совета Республики Башкортостан. Член Конституционной комиссии Республики Башкортостан. Женат, в семье сын и дочь. Митхат Мансурович, расскажите, пожалуйста, почему вы приняли решение работать в профессиональном парламенте? Ну, как вы прослушали мою биографию, наверное, заметили, что я долгое время работаю в Президиуме Верховного Совета и в Верховном Совете Республики Башкортостан. Это где-то 15 лет. За эти 15 лет мне приходилось самому непосредственно разрабатывать как проекты указов, так и проекты различных законов, которые были впоследствии приняты, утверждены, и они работают. Считаю, что вот эта вот такая профессиональная подготовка, она мне будет способствовать дальнейшей работе над законотворческой деятельностью, если вы, естественно, мне окажете доверие на уровне Законодательной палаты Государственного собрания Республики Башкортостан. Это во-первых. Во-вторых, как вы уже слышали, я юрист. Юристы бывают различные, они специализируются по всем направлениям деятельности. Бывают юристы-хозяйственники, юристы-адвокаты и так далее. А я специализировался по государственно-правовой тематике, скажем. Поэтому мне близки, как сама процедура принятия законов, так и, значит, деятельность высшего представительного органа государственной власти, ну и других органов, которые имеются на местах. Принимая участие не как депутат, а как работник Верховного Совета на сессиях Верховного Совета, я видел, как принимаются те или иные законы Республики Башкортостан. Некоторые из них неподготовленные, некоторые в спешном порядке, без обсуждения принимаются. Ну и есть другие такие факторы, которые впоследствии влияют на качество законов.
Вот мои наблюдения, собственно говоря, также побудили меня. Будь я депутатом, я бы, имея мандат депутата, уже конкретно мог решать вопросы такого характера, как не допустить никаких ошибок в законах, чтобы была соблюдена последовательность их принятия, чтобы внутри закона не было путаницы в статьях, в главах и так далее. А это такое вот практически сегодня она имеется, если внимательно посмотреть или проанализировать тот или иной законопроект. Можно их массу найти. Вот такие явления я бы мог, конечно, там на практике... У нас в республике впервые создается профессиональный парламент. Вот в чем вы видите функции законодательной палаты? Ну, прежде всего, это принятие законов, кодексов Республики Башкортостан, которые бы отвечали интересам населения, способствовали развитию, социально-экономическому развитию республики, районов, городов. И дальше, значит, это все эти вопросы, они перечислены в законе Республики Башкортостан о государственном собрании. Вот туда, наряду с этими, вот то, что я перечислил, входит еще и ратификация, денонсация международных договоров, которые будет Республика Башкортостан с кем-то, с какими-то странами или республиками заключать. Вот, далее, значит, установление почетных званий, классных чинов, утверждение, избрание судей, как районных городских судов, так и Верховного суда. Ну и далее, там перечень он дан, собственно говоря, будет работа, работа будет обширная. Какие положения вы выделили в своей предвыборной платформе? Ну, прежде всего, это совершенствование законодательства Республики Башкортостан. Потому что, я как уже говорил до этого, многие законы, они принимаются в спешном порядке, неподготовленные. И второе, чтобы вот эти законы, принятые законодательным собранием, работали, а не так, как сейчас говорят, многие законы не работают, закон таков, куда повернул, как дышло, куда повернул, так и вышло. Вот, чтобы так не было, надо поднять качество каждого закона. И, во-вторых, разработать четкий механизм реализации законов на практике. Каждый гражданин, каждое должностное лицо должно четко представлять себе, что за неисполнение того или иного закона последует какая-то ответственность. Эта ответственность может быть административная, в виде штрафов. Я даже допускаю, что за неисполнение законов, затрагивающие интересы группы людей, ну, большинства населения, можно даже ввести уголовную ответственность. Не в пределах, так как это делалось ранее во время Сталина, но все-таки должна быть ответственность, устрашающая. В основном большая часть населения у нас закон уважает, исполняет, а это малая часть. Собственно говоря, если он не выполняет закон, пусть отвечает в соответствии с установленными же законом ответственностью. Митхат Мансурович, вот что вас больше всего волнует как кандидата в депутаты и какой реальный путь выхода из создавшегося положения, на ваш взгляд? Волнует многое. То социально-экономическое положение, которое сложилось как в Российской Федерации, так и в Республике Башкортостан. Неудовлетворенность людей этим состоянием, неуверенность в завтрашнем дне, постоянное повышение цен как на продукты питания, так и на товары народного потребления. Ну, много таких вопросов, которые волнуют так же, как каждого человека, который, наверное, стремится нормально жить, чтобы было все в порядке. Ну, естественно, как выход из этой ситуации, я считаю, что нормальная законотворческая работа, нормальные законы, которые будут защищать именно интересы конкретного человека, будут способствовать к улучшению
жизненного уровня и других потребностей, которые, к которым стремится человек. Какой вы видите республику Башкортостан в составе России? В составе России я вижу, чтобы республика наша была процветающей, чтобы уютно, нормально жилось в этой республике. Вот когда СССР был, тогда ведь тоже вот были республики в составе СССР. Там тоже по-разному было. Российская Федерация, она занимала одно из последних мест по уровню, жизненному уровню населения. Вот, допустим, республики Прибалтики, Эстония, Литва, Латвия, они в основном уже как-то приблизились к западным государствам по уровню цивилизации. А почему бы Башкирии тоже вот таким же образом не развиваться? У нас имеется на это экономический потенциал, природные богатства у нас очень такие богатые. Ну и люди трудолюбивые. Все это, объединив в одно направление, конечно, можно достичь, чтобы Республика Башкортостан действительно была процветающей. Митхат Мансурович, вот ваш взгляд на проблему Чечни. Расскажите, пожалуйста. Я абсолютно не согласен с политикой руководителей Российской Федерации, которую проводят они в Чечне, в Чеченской Республике. Почему? Потому что это целый народ со своими традициями, чеченский народ. Эти традиции надо уважать, независимо от национального там происхождения. Любые традиции любого народа надо уважать. Есть пути мирного решения этих проблем, договорной процесс, другие вопросы можно решать по-разному, но не методом танков, автоматов. Чеченская республика — это не Белый дом в центре Москвы, который на глазах у народа был обстрелян. Вот, и таким образом был решен вопрос, который сегодня, в общем-то, возмущает большинство населения. Я думаю, что такой метод решения вопроса, как в Чечне, он только подрывает авторитет Российской Федерации. Разве можно практически устраивать драку в своей же, как скажем, квартире? Ведь Чеченская Республика, она была и есть в составе Российской Федерации. Ну, для того, чтобы нормализовать обстановку, создавшуюся в этой республике, надо немедленно прекратить военные действия и сесть за стол переговоров на высшем уровне. Пусть там присутствует Борис Николаевич Ельцин, Дудаев, другие руководители государства и решают вопросы мирным путем. Ну что ж, спасибо вам за беседу, уважаемые телезрители. Я напоминаю вам, что нашим собеседником сегодня был кандидат в депутаты Законодательной палаты Государственного собрания Республики Башкортостан Валиуллин Митхат Мансурович. Спасибо. Ну, я пользуюсь телевизионным случаем, скажем, хотел бы поблагодарить избирателей Буйского избирательного округа, которые меня выдвинули кандидатом в депутаты Законодательной палаты Республики Башкортостан. Я надеюсь, что в случае избрания ваше доверие оправдаю в полной мере. Вот. Ну и, пользуясь случаем, хотел бы поздравить наших всех женщин с наступающим праздником 8 марта, пожелать им крепкого здоровья, семейного счастья, радости во всем и всюду, чтобы был у них теплый очаг, верные друзья, чтобы стол был полный, как говорится, чаша была полная, ну и радости в доме, на работе, везде и всюду. Ну и еще у нас скоро праздник Ураза Байрам. Всех мусульман я также поздравляю с этим религиозным праздником. Они мусульман в этот день, они по закону Республики Башкортостан в этот день также будут отдыхать, решать свои проблемы. Если хотят,
Пусть тоже празднуют Ураза Байрам. В минувший четверг, 23 февраля, во вспомогательной школе-интернате состоялся республиканский семинар учителей трудового обучения. Из районов и городов республики к нам в Янаул приехали 45 человек. Накануне участники семинара побывали в Нефтекамском интернате, затем приехали в наш город. Поэтому вполне естественно, что им было, как говорится, с чем сравнить. В честь Янаульской школы-интерната наши педагоги и воспитанники оказались на высоте. Участники семинара дали очень высокую оценку системе обучения и воспитания детей. Были проведены два внеклассных мероприятия. По случаю Дня защитников Отечества рыцарский турнир под руководством Ганса Михайловича Валиахметова и день рождения воспитанников под руководством группы молодых воспитателей. Кроме того, были даны 4 открытых урока по поварскому делу, который дала Суфьянова Роза Максумовна, штукатурно-малярному Ведерникова Клавдия Егоровна, Валеева Гульфира Галимзяновна дала урок по парикмахерскому делу и кардонажно-переплетному делу Тимиряева Анжелина Тимофеевна. Вот что нам рассказал один из участников семинара и ведущий специалист Министерства образования Гульсум Багаудиновна Фазлуддинова. Представьтесь, пожалуйста. Я приехал с Иглинского района, учитель Красновосходской вспомогательной школы Рафика Рушан Мазурович. Вы не смогли бы поделиться впечатлением по сегодняшнему семинару? Ну, семинар мне очень, конечно, понравился. Впечатление очень большое осталось на сердце. Я ездил в 59-ю школу на конкурс «Лучше по профессии». Мне тоже там понравилось, но здесь я... Такой коллектив хороший, сплоченный, так все аккуратно. Дети такие воспитанные, можно сказать, но не разболтанные, такие аккуратные сами, доброжелательные. Поделиться с нами впечатлениями о сегодняшнем семинаре. Ну, этот семинар-совещание, республиканский семинар-совещание для учителей трудового обучения специальных школ-интернатов. В республике у нас 33 школы-интерната специального назначения, специального обучения. И вот одной из лучших школ по многообразию профилей трудового обучения является Янаульская вспомогательная школа-интернат. Директором здесь работает Фаина Нуриевна Габасова. Здесь сегодня присутствует у нас 48 человек, учителей из всех вот этих вот 33 школ. Со всей республики прибыли наши учителя. Мы смогли им показать в данной школе, мы в Нефтекамске еще проводили вчера, целый день рабочий день был. И здесь, вот именно в Янаульской вспомогательной школе мы показали новый вид трудового обучения. Это поварское дело, парикмахерское дело, редкое дело. Оно у нас только в трех школах республики, в Туймазинской школе, здесь и еще у нас в 13-й школе-интернат Уфимской. Вот в трех. Табынская школа начинает только. Здесь мы посмотрели картонажное дело. Картонажное дело здесь поставлено тоже на высоком уровне. И главное, практическая направленность картонажного дела. Здесь папки-раскладушки, ученические папки, школьные тетради, журналы, блокноты, коробочки всевозможные, необходимые для проведения уроков. Все здесь оформлено руками детей. Штукатурно-малярное дело посмотрели. В 89-м году впервые я была у этого учителя на уроке. Затем... Мы проводили здесь семинар-совещание для завучей специальных школ-интернатов. Это было в 93-м году. Смотрел урок. И сегодня значительно выросла квалификация учителя. Качество урока намного повысилось. Навыки детей уже на сегодня, мы можем сказать, прочные навыки детей. И участники семинара отметили при анализе, вот при подведении итогов, отметили навыки детей. Здесь мы подводим итог работы двух наших школ, Нефтекамской и Янаульской вспомогательной школы.
впечатления учителей очень хорошие. Были и предложения, было и восхищение, были и замечания. Но больше, конечно, благодарности за такой семинар-совещание. И директору Нефтекамской школы, и директору Янаульской школы хочется выразить прям слова благодарности за то, что в такое трудное время они смогли, нашли возможность принять такое количество людей, показать свои игровые, классные комнаты, спальные комнаты, мастерские, все, что имеет практическую направленность по обучению наших детей. Здесь дети-сироты. Особое внимание этим детям, особое внимание социально-бытовой ориентировки этих детей, поскольку после выхода за стены, за пределы этой школы, они должны быть обучены каким-то навыкам, швейному делу, столярному делу, парикмахерскому делу, обувному делу и другим профилям, все, что можно сделать. Администрации, заведующему Гурано Янаула хочется сказать слова благодарности за то, что они помогли нам провести такой республиканский семинар. Спасибо. Совсем скоро наступит женский праздник 8 марта. Мужчины, желая угодить своим женам, матерям, сестрам или просто любимым, мечутся по магазинам в поисках подарков. Поэтому мы решили, что для них будет небезынтересно узнать, какие подарки хотели получить женщины. Ты, конечно, хотела получить. По-моему, каждая женщина желает получить живые цветы в день рождения, в любой праздник. Это самое, по-моему, приятное для женщин. Что вы хотели бы получить в подарок на 8 марта? 8 марта, конечно, цветы. Я тоже так думаю, цветы. 8 марта. В подарок, да? Цветы. Цветы. Можете? Они нас узнают. Ну, внимание, наверное. Внимание побольше и ласковых слов. Ну, что еще? Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Что вы хотели получить от любимого мужчины на 8 марта в подарок? В подарок? Это, конечно, взаимную ответную любовь, наверное, если уж он любимый мужчина. Ну, еще что? Что бы он ни подарил, все равно понравится. Не любимый на 8 марта. Если будут деньги, все. Скажи, что ты подаришь маме, бабушке, сестре на 8 марта? Не знаю, наверное, шкатулку. Изготовленную своими руками? Да. Козла в ниндя буля беляш, он резамен. Семьякши. Мне юраткан ходы на газга, сегенчим артка. Нерса буля кидрагиз? Байл улеем. Вершвини машина переговорит рим. Сегенчим март беряем, йохан наша хотын козлар кыны. Эйте гизэлэ, узэгзу сегенчим гизгэ, нинди буляк алып берер илегиз. Мына ничек кыла айтасың, ирлернең подарыгы шулдыр инде ул магазинда нәрсә күрә, одеколон манда духыймы, нәрсәме хатын-кызы чәчкәме. Шундый нәрсә алып бергә тырышалар инде һәрбер кеше. Әле менә сез сойладыгызмысың әле? Инде мин сойладым инде, алып бердем инде мин бишәме. Секрет түгел мәйтергә яраймысың әле? Секрет дип бер сер түгел 15 меңлек бер духы инде шул. Вот вам и повод к размышлению, дорогие мужчины.